волнуйся. Будь лишь рад, если найдете щелью в пузе. Улыбайся, если найдусь где-то на трассе. Значит, меня переехал этот четкий крузер. Знаешь, родная, слезы лить не надо. Ты лучше припомни наши променады. Я не пропал, я здесь в бетоне под ламинатом. Кому-то что-то приторчало, вот моя расплата. А так хотелось разложить себя по нотам, но разложился на жиры, белки, углеводы. Трясиной притоплен, либо где-то в притоне. А ты не скорби, братик, ты лучше притопни. Ведь я лежу такой прекрасный до жути. Единственное, жаль, не доберусь до стути. На остальное будет все равно по сути. Так что похер, танцуйте. Здорово, Тимур. Здорово, здорово. Добрый вечер, диспетчер. Ай, привет. Привет, привет, ребятишки. Как у вас делишки? Танцуйте. Что, было там оповещение, что не было? Было или не было? Была или не была? Откажет мелкая моторика. За ней откажет аппарат и речь. Напишите, меня, кстати, нормально слышно или не особо хорошо? Этот ворон клюет мою печень, освеживав меня за гаражом филигранно. Карма не оставит от меня. По идее, должно быть офигенно. Офигенно. Мне, кстати, его вон уведомление только. Ладно, пофиг, заходим, короче, на Amazing Roleplay. Кстати, я, по-моему, без рафики, да, запустился? Или с рафикой? Или без? Не, по-моему, без, да. Не, без рафики мы не играем, ебать, мы не лошпеды. Я просто рафику включаю, когда мне надо очень быстро зайти. А так я в основном играю с рафикой. Уцы, как дела? Нормально все. Приболел, честно, очень хреново. Может быть даже температура, ну хотя вроде уже нету. Вот такое состояние, конечно, хреновое, пиздец. Реально, очень сильно приболел. На микрофон, короче, вот над головой висит. Напишите, нормально слышно или нет? То есть у меня вот здесь микрофон, короче, висит. И надеюсь, то, что меня хорошо слышно. Просто таким образом он мне вообще не мешает, как бы. И вроде бы у меня должно хорошо быть слышно. Как быстро прокачать левел дальнобойщика? Катать короткие рейсы. Давай не болей, сойдет. Спасибо. Да, блядь. Просто похолодало, типа. А я мерзяк страшный сам по себе, пацаны. Я вот холода вообще очень сильно боюсь. Я прям холода очень сильно, типа, ну... Ну я реально мизляк, типа, я не люблю, когда холодно. Я люблю, когда тепло. Блядь, вот кто мне продукты возит? Вы, блядь, да ебали просто. Понимаете, мне продукты просто завозят по КД, ебать. У меня вообще статистика финка вообще такая уебанская. Наконец-то твой стрим. Я бы раньше запустил, просто мне что-то хреново было. Я трошечки бахнул, поэтому нормально. Трошечки дал джазу. И вроде бы нормально. Здорово, привет, Стас. Там агент. Как ты сделал такой... Кто? Кто? Пут? Фоу? Что такое фоу? Брат, я не понимаю. Вижу, бабки приходят. Ну, потихонечку копим. И в жизни потихонечку копим, в игре. По чуть-чуть, туда-сюда, жила-была. Поле зрения. Ну, F3 нажимаешь, и вот поле зрения у меня выключено. То есть можно так, и все, чеки-пики. Мотя, привет. Так, АВХ мы включаем, давайте подрубаем АХК.
мне было поудобнее. Так, да, 2-3 миллиона, спасибо. Ну я просто целый день проды возит, поэтому такая финка, скорее всего. Так, поехали за ремками. Так, сейчас мы еще стробоскопы включим, чтобы нормальные пацаны едем, типа. И по прибавках. Кстати, я все же по твоему совету решил перейти на мазинг. Сейчас ДБ катаюсь, сижу. Извиняюсь, ребятки. Такси, типа? Все, пацанам Фоме майк, ну я ж не знаю просто. Пацаны, дайте место в такси, просят, на Тесле, желтый. ОЦ, напиши команду /ladders, и там будет таксопарк, и там сможешь посмотреть номер телефона. Вот, все, благодарю. Я не знаю, там есть это в сети или нет. А вот Яндекс Такси. 3 человека есть. Та ты шо? Я думаю, то что ребятки ему место дадут. А контракты поедешь? Конечно, поеду. Ну, на угоны. На угоны поеду, конечно. Конечно, поедем, ребятки, вы шо? Чтоб я как бы на угоны не поехал, ну. Вот смеетесь? Так, у нас 46 миллионов уже имеется, пацаны. Уже хорошо. Уже прям почти половина, ребятки. Еще 5 миллионов. Не, еще 4 миллиона. И будет уже половина нашей суммы, которая нам нужна. Сейчас, может, на угонах еще бабки немножко заработаем. Пока можно пойти трошки дально покатать. Покажи скилл на угонщике. Да вот, смотри, мои все скиллы. На угонщике у меня 5-й скилл. Ну, просто, если честно, я как бы этим занимаюсь только на стримах. Вне стримов, типа, я как бы этим не занимаюсь. Ну, в целом, как бы нормально, я думаю. В целом, как бы нормально. Дальнобойщик 116 уровень, ребятки, да? Нормально. Ну, Костя, ну ёбаный рот, ебать, ну как так, Так, поехали, устроимся дальнобойщиком. Там вам должен был чел позвонить, место просил в такси. Ага, понял. Там мы заправимся, ебать, мы, пацаны, не гордые, ебать. Нету бензина, берем канистру и все. Видел, что в Каменском на мосту случилось? Да, я видел, там пизда. Ну там дедушка был за рулем 80-летний, и с ним была жена его, 76 лет ей было. Но жена вроде бы живая, а дедушка как бы умер. Ну это жизнь, пацаны, ну а что сделаешь? Ну, вот так вот бывает. Я бы тоже дально катал, но у меня 4 плюс это МСК. Так лягай, мои ноги, лягай спать. Так, опа. Опа. Если что, пацаны, это не мои номера, мне дали на хранение, попросили подержать. А, мусора больше нельзя, да? Да чё вот эту хуйню нельзя нормально сложить? У меня больше ничего нету, правильно? Мычка. Удочка, хуюдочка. Короче, такое себе. Так, поехали устроимся дальнобойщиком сначала. Сейчас всякую хуйню выкинем из инвентаря. Как дела, Киря? Целом нормально, просто честно приболел. Очень, очень сильно приболел. Ну, нихуя сюда наебашили, блядь. Это тоже удочка. Можно еще одну удочку сюда? Не? Там мусор хотя бы скину.
Поехали тогда на другую мусорку. Туда скинем. Так, поехали. Сейчас аккуратненько съездим. Устроимся дальнобойщиком. И поедем работать. Потихонечку будем идти к нашей цели в 100 миллионов рублей. Надеюсь, то, что у нас это получится. Нихуя себе там для людей. Что, сходка бомбодрочеров, ебать? Так я, блядь, с вами, нахуй. Блядь, одна бэха, вторая, третья, четвертая, пятая. Ебать, если вот сходка бомбодрочеров, то я как бы здесь. Пацаны, тут сходка бомбодрочеров или нет? Здорово, вижу, БМВ стоят, значит, бомбодрочеры тут, ебать, по-любому. Я даже не думал, что дом открытый, ебать. Чё хочу назвать генерала полиции? Кого? Лядер. Сейчас мы проверим, кто там генерал полиции. Кингсман. Даниэль Кинсман, да, вот генерал полиции. Я генерал полиции. Подожди, кто там? А, Клаус. Ладно, хорошего вечера, ребятки, я полетел. Чисто зашел к типам в дом, чисто к типам в дом зашел, ебать, поздоровался. Не, ну вижу свои пацаны, ебать. Видно, что бомбодрочеры сразу, ебать. Ну свои, ебать. Ну видно, что свои, нахуй. Опа, полетели, ебать. Тихо. Блин, как ты, нормально все? Трешки приболел, но нормально все. Думаю, не умру. Выздоровлю. Постараюсь выздороветь. Буду лечиться. Ты, бля. Ты, бля, аж заглох. Так, угон у нас через 20 минут. Ну, мы успеем пару рейсиков сделать. Пару рейсиков, думаю, успеем сделать. Давайте сразу посмотрим, где у нас Виталий находится. Я просто не в курсе. Узнаем, такая, где он находится. Давай, Кирюха, выздоравливай. Спасибо. Ух, ебать. А что так далеко, ебать? Пиздец. Аж на зимнем острове. Что сегодня? Какой движ мутишь? Так что сейчас угонщики будем делать? Копим 100 миллионов, брат. Надо сегодня полтос сделать. Надо сегодня, чтобы полтос был у меня на балансе. Уже чтоб половина была. Я на родине играю, думаю, все потом идти на мазинг. Да иди, конечно, на мазинг, братуха, ебать. Какая родина, ебать, ты ж гонишь? Не, родина неплохой проект, но... Это все равно, это не КРМП, брат, это самп, ебать. Это обоссанный самп, который я не люблю. КРМП, ебать, это амазинг. Амазинг это КРМП, понимаешь? А родина это все равно больше самп, понимаешь? Ты не успеешь ей сделать даже. Как бы, ну, КРМП должно быть КРМП, а вот я из этого родину не особо люблю, потому что, ну, это самп, ебать, ну, это, ну, типа, блять, ну, там все системы самповские, вот эти крафты, хуяфты, ебать, ну, дрочня, короче, там все очень как-то, блять, затягано, улучшение аксессуаров, ебать, там, и так далее, но на мазинге такого нету, ебать, никогда не будет, я надеюсь. Если ты хочешь реально поиграть в настоящий КРМП, ебать, это Амазинг РП. А вот эти Родины, Радмиры, ебать, это так, чисто, ну, ни о чем. Ух, ебать, извиняюсь. Сейчас мы заправим наш газончик. Газончик, иди сюда.
Ребятки, прожимайте лайки и подписывайтесь на канал, пожалуйста. Полный бак заправляем. Куда Порш дел? Дал пацану покатать с Фоме. Я еще не продал его. Как бы Порш это охуенная тема, но я его не продал еще. ФСБ Вамазинг еще топ вообще. Согласен. Поэтому надо будет будем ФСБ поснимать. По финке все очень плохо. Ну, как бы, да. Как бы... Ну, как бы... Как бы, да. Ну, сравнить, что было до этого, как бы, ну, да. Ага, да-да-да. Ну, вот в СТО такая тема, то, что, ну, либо у тебя финка есть, либо у тебя финки нету, то есть, ну... Это тебе не 24/7, где финка стабильная. То есть, допустим, 24/7 финка стабильная, у тебя там, допустим... Ну, 2 ляма в день стабильно идет. Ну, типа 2, там, 3 миллиона. А в СТО у тебя либо финка есть, либо ее нету. Поэтому, да, вот такие вот приключения. Так, ну что, поехали. Попробуем сейчас быстренько рейс сделать. На угоны поедешь? Да, поеду. Конечно же, поеду. Так, если я солю, приму. Окей. Если что, тоже муку это принять. А мне как бы не влом. Нахуй сюда приехал? Я не понимаю. Ого, 72 тысячи, пацаны. Ты шо, ебать? Нихуя себе, деньги какие большие. Надо, конечно, забирать. Если тебе Бран сказал, там либо большая, либо почти нет. Ну, возможно. И, ну, для СТО 2 миллиона, я считаю, это хуйня полная вообще. Это не деньги для СТО. Ну, именно для СТО. Для 24/7 это нормально, но для СТО это как бы вообще, ну, ни о чем. Так, Батырева, да? Ой, молодой. Ой, ебать, радуйся жизни. Я поехал работать. Сколько еще надо, чтобы купить тебе полностью СТО? Блять, ну я считал, где-то год мне надо, чтобы купить СТО. Ну, один год. За год я куплю СТО. Я уже держу сколько его? Блять, хуй его знает сколько. 3 или 4 месяца, наверное, да? Ну, где-то да, где-то 3 или 4 месяца я уже держу СТО. Ну, я считал то, что, ну, плюс-минус, мне нужен год, чтобы купить СТО. Один год. Ну, в принципе, это не особо много, как бы 2 миллиарда заработать за год, ну, в принципе, нормально. Ну, в принципе, неплохо, реально. Бля, ну на самом деле этот газон бы купил. Ну хотя второй чип нитро как бы не особо прям вау. Но я думаю неплохо. Я думаю очень даже неплохо. Просто я хочу 100 лямов накопить, чтобы рубрику сделать. Очень интересно. Ну как я думаю. Это будет прям, ну, реально прикольно. Короче, кто не в курсе, я коплю 100 миллионов, чтобы заниматься перепродажей. То есть я буду покупать машины там с аудиосистемой, с интересным тюнингом, возможно, какие-то скины, дома там и так далее. То есть именно для этого мне нужны как бы деньги. Именно для этой цели. То есть накоплю 100 миллионов и хочу потом из этих 100 миллионов сделать за год 1 миллиард. То есть с помощью перепродажи я хочу сделать со 100 миллионов 1 миллиард за год. То есть, ну я считаю, это круто. Это будет реально круто.
Кирилл и Перекуп несовместимые вещи. Ну, с одной стороны, да, ебать. А с другой, ну, я попытаюсь, но перед тем, как я буду этим заниматься, я попытаюсь там у Перекупов поспрашивать там, что почем там, куда-сюда, ебать. Что лучше покупать, что лучше не покупать, понял? Ну, как-то информации попытаюсь узнать. Ну, как бы, что лучше брать, что лучше не брать там. Что почем. Да у нас на втором тоже все перекупы, так что нормально все. На втором серваке тоже все перекупы, так что нормально. Ребятки, давайте 30 лайков, пожалуйста. У вас 42 человека на стриме. Сделайте мне приятно. Сделайте 30 лайков. Вам, я думаю, это несложно будет сделать. Заходи в Свободку или стай узнавать цены. Ну, там в Свободке дороговато продают машины, типа, ну. Мало кто продает по адекватной цене, которая, ну, типа, нормальная. В основном все всегда продают дороже, типа, торгуются просто и все. Приятно девочки делают. Ну, это само собой, брат. Но пацаны, мужики, ебать, делают приятно тем, то, что берут и ставят лайк, понимаешь? Так что такие вот дела. Давайте, еще 4 лайка, ребятки. Добейте, пожалуйста. Ух, ебать, полетел молодой. Так, я трошки схитрю, ебать. Сделаю так вот. Опа. Мне все равно пришлось бы репорт писать, поэтому, в принципе, я думаю, разницы не особо нету. Номер 3 все перешли, с 0-2 одни 2 фомы сделали, чили, может, знаешь. Вилл и Маэстро. Не, не знаю такую тему, брат. Я 0-2 играю. Не в ту сторону, блядь. Ебать, я водитель страшный, ебать. Я просто, ребятки, трошки выпил, поэтому извиняюсь. Просто я реально заболел, типа, ну. Трошки решил выпить, чтобы полегче было. Она заметна. Ну, бывает, что поделаешь. 29 лайков, спасибо большое. Давайте 30-ку добейте, буду очень благодарен. Бля, конечно, не полнокур, ебать, но такие песни меня прикалывают. Порт, да, есть рейс? Порт есть, клад. Я думаю, я успею еще в порт съездить. В принципе, что там, 10 минут? Хотя, хрен его знает, да? Могу как бы не особо успеть. Ну, попробуем. Я знаю, что на острове, я в курсе. Я знаю. Я думаю, успею. Я потом релогнусь, просто возьму ламбу и быстренько долечу. Я думаю, это сейчас рейсик довезу, буквально еще 5 минут останется. Я перезайду, возьму ламбу. И поедем в сторону острова. Люк Озон. Озон Компани. Плагиат типа 0.5. Что? Можешь подсказать, как на 9 уровне быстрее подзаработать, не магазин 24/7. Я нихуя не понял, брат, ну ладно. Как там твои наушники? Какие? Те, что я покупал, я брату подарил на день рождения. Я все, ебать, все мои наушники. Ах, блять, самые лучшие наушники в мире, ребята, отвечаю. Самые лучшие наушники в мире просто. От них и уши не болят, ебать. И стоят как бы там не особо много. Обычные капельки, ебать, охуенно вообще в них сидится. Я вообще не жалуюсь, реально. Там с кайфом, ебать. Димончик, привет. Спасибо за 30 лайков, ребятки. Спасибо большое.
100 миллионов коплю для того, чтобы заниматься перепродажей. То есть накоплю 100 миллионов, запущу рубрику «Будни перекупа» и хочу со 100 миллионов сделать 1 миллиард. Именно с помощью перепродажи. Ну, не с помощью там бизнеса, не с помощью рулетки, а именно с помощью перепродажи хочу сделать за год 1 миллиард. То есть это мне надо в месяц зарабатывать 100 миллионов. Поэтому, да, вот такие вот приколы. Вот такие вот приколы, ребятки. Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно, ебать. S3. Перечип нитро надо. Что такое S3, пацаны? Audi S3, типа. Перечип нитро. Не, брат, не надо. Ну, смотря почем, ебать. Смотря за сколько, брат. Если за 10 миллионов, то, ебать, нехуй делать. А, 20. Не, 20 дохуя. 20 она не стоит. Так, порт. Батырева, да, еще есть? Давайте быстренько еще Батырева довезем, потом уже перелогнемся. Там, Кирюха, привет. Кайфовый видос у Жекича вышел, только что досмотрел. Я перед сном посмотрел. Точнее, после стрима. Ну, типа, я тоже люблю Жекича смотреть. Надо будет тоже посмотреть. Пусть на зеленый C3 переведет, за 15 заберу. На зеленый сервак, типа. Да, он точно не переведет, ебать. Дом пожечь, ща подъеду. Блять, вы заебали у меня дома жить, нахуй, алло. Кто там у меня дома живет еще? А, никого. Да ладно. Тогда не доебаться тогда. Твой урок. Слушать много я устал. Панда умни по годам. Панда. Тогда не доебаться, в принципе. Это кто такой простой, что при встрече побледнел. На короне. Выезжаешь где-то. Я сейчас целоваться буду, так что лучше потом. Давай, давай, молодой, проезжай. Сука, ебаные конусы, блять. Я бы мог спойлер сделать, но лучше не надо. И не надо спойлер, пожалуйста, я потом сам посмотрю. Я лучше сам потом посмотрю. Так, опа, ляпс. Все, релогаемся, 269. Отлично, ой, нет. Ну, хотя ладно, отсюда поедем, похуй. Я гонщик страшный, поэтому похуй. Все, едем, ебать. Едем на угон автомобилей. Маршрут построен, ебать, да? Вообще, там чуть осталось. Не, брат, потом, попозже. Угоны важнее, брат, понимаешь? Я ж угонщик страшный. Причем можно взять М3... Первый чип Audi Neon. Ну, около 100 миллионов, наверное. Ну, хотя, третий чип Audi Nitro продавали. Или первый чип. А, не, первый чип Audi Nitro продали за 180, по-моему. Ну, за сотку, думаю, можно взять. Ну, 100 миллионов, как бы, нормальная цена. 100 миллионов, нормальная цена. 100 миллионов рублей. $85, да, бери. Я бы сам взял бы его. Первый чип нитро. Но первый чип нитро не он, или первый чип нитро просто? Бля, ну хотя без аудиосистемы, блядь. Ну типа смысл. Ну, типа, реально смысл. То есть сама аудиосистема будет стоить 90 миллионов где-то.
То есть проще уже купить такую же самую машину, такую же с аудиосистемой за 180 и все. То есть плюс-минус те же самые деньги выйдут. Успеешь? Да понятное дело, что успею. Само собой, что я успею. Я как бы не спешу, я вообще на расслабоне ездит. Я вообще как бы на расслабончике еду. Я не переживаю по этому поводу. Ну, врезался, ну ничего страшного. И холодело, а мне надоело. Я навела. Так давно хотела. Так давно хотела. Не спеши, брат, лучше опоздать, чем вообще не доехать. Нет, это само собой. Это само собой. Там, конечно, людей как-то многовато, да? Трошки многовато. Ребята, там в чате, у кого лагает, не на слете, когда там пинг или просто ПК не вывозит на народ в одном месте, пишите в чат ПР и оффайте РМ, КМ скинов и байкеров. У тебя больше шансов словить. Но я это видел у Феди, по-моему. По-моему, я этого Феди видел. Как там ПР? Так, МРМ, байкеры, скинхеда. Ебать, я тут один, ебать. Ха-ха, нормально, да? А я тут один. Бля, обычный словил, ебаный рот. Ну, блять, хотя бы что-то словил, уже хорошо, правильно? Правильно. Что-то словил, уже хорошо. Так, у меня есть в призах эта хуйня или нету? Ага, хуй там плавал, да? Надо за отмычками ехать, поехали за отмычками. Меня возьми, я ща. Ну, где ща? Давай где-то встретимся. Давай на складе встретимся. Я сейчас буду ехать на склад за отмычками. Потому что у меня только одна отмычка есть. Давай встретимся тогда на заводе. Я ебашу в кашу. Ух, ебать. Тихо. Перезайди. Зачем? Когда у тебя ислам, ебать, перезаходить некрасиво, понимаешь? О, нихуя себе, едет машина, да, моя? Так я вообще по адресу, ебать. Я вообще по адресу пошел, гоните? Так. А вон она стоит, кстати. Малыха моя. Kia Rio. Привет, ебать, маленькая. А что, ты без бензина, да? А что, ты без бензина? Ага, я понял, все, поехали за отмычками. Я понял, спасибо. Я сегодня не ловил, это первый раз я сегодня ловил. Я сегодня был... занят кое-чем другим. Бать, я видос снимал часа два, потом еще монтировал 2 часа. Ну, который сегодня вышел, видос, который вы, я думаю, смотрели. Раздачи будут, раздачи возможно, если лайков будет много, то будет раздача.
Я дам тебе, 100 я дам тебе. Да не, я куплю все равно, чтобы они были. Чтобы потом, да, есть как-то складу. Контракты на машины. Ну, контракт на машины. Как ты так быстро ловишь, обучите меня, плиз. Просто shift, ебать, enter дрочишь просто и все. Просто, вот, допустим, пойди, ждешь там 1-2 секунды и начинаешь хуярить просто enter и все. Просто быстро enter нажимаешь и пиздец. Ну, не всегда оно работает на самом деле, но иногда получается. Контракт на машину, да, каждый час спавнится. Ну, ХК, ебать, я считаю, то, что, ну, блядь, ну, это стыдно с ХК ловить. Ну, типа, ты не можешь просто сам нажать Enter, блядь, или что? Ну, типа, с ХК ловить, ну, такое, типа. Я никогда ХК не использовал, ни на ограблениях домов, ни на машины, типа, ну. Я всегда ловлю сам. Типа, неужели у тебя нету руки, ебать, чтоб ты сам нажал пару раз Enter? Ну, типа... Ну, ёбаный рот. ХК для слабых, в натуре. Я вернулся на второй, на рынок потерял, приедешь, номера отдашь? Не, брат, все, ебать, до свидания, давай, удачи. Отдам тебе, сейчас, погоди, мне надо гон сделать. Колизей. От пинга много зависит. Ну, у меня сколько пинг? 70, как бы, ну. Тут карно ехать? Наверное, не знаю. Ты что-то очень долго едешь, я тебе скажу так. Прям очень долго едешь. Блять, не заехал. Сука, принципиально заеду нахуй. Не, ну заехал? Заехал. А то, что я там сломался, то ничего не значит. А там ебать идет нахуй. Сейчас, сука, ебало буду ломать нахуй. Кто, сука, оно? И кто, сука? Окей. Сейчас, погоди. На 9 уровне где лучше работать? Там, где нравится, там и работай. Попробуй там на заводе, на дальнем поработать. Там, где нравится, там и работай. Вот все, маску один. А, ну сейчас, окей. Так, поехали, короче, отвезем нашу малыху. Малиху нашу отвезем. Ребятки, давайте 50 лайков, пожалуйста. Буду очень благодарен. Куда мне ехать, нахуй? Куда, ебать? Ого, аж в южный, ну поехали. Ты убьешь меня выстрелом в голову. Батя, кстати, едет так неплохо. Киарио.
Мяу. Так у тебя что за угонка? У тебя улика или что? Кто на X5 прижал? У тебя какая угонка? Улика либо месть? Хочешь есть? А месть? Нормально, кстати. Ну я могу бомбу купить, понял, типа, и... Ну, типа, ты контракт закончишь просто и все. Как бы бомба, типа, мой счет будет. Или у тебя бомба есть? Ты убьешь меня выстрелом в голову, а я буду охуевать. Окей, хорошо. Так, ну... Атмосфера, твой стрим смотреть подально. Спасибо большое. МКК 114, 52 регион. Зачем отличается месть от... Смотри, есть три вида. Это обычный угон, как у меня сейчас. Не знаю, зачем так показываю. Есть обычный угон, а есть месть. Это просто бомбу нужно заложить. Есть улика. За улику дают больше всего опыта. За обычный угон дают один опыт, за месть дают два опыта, и за улику дают три опыта. То есть угон, просто водишь машину, тебе нужно ее отвезти. Месть, тебе нужно отвезти ее и взорвать. И улика, тебе нужно найти улики, отвезти их, продать и потом взорвать машину. Вот догонялки. Давайте 100 лайков, делаем догонялки. Нехуй делать. Пьяная дорога. Ну так. Потом рынок Батырева. Давай лучше в Юшку приедь. Быстрее будет. Потому что мне надо бомбу еще купить. Давай лучше на Юшку. Еду, давай, едь. Я завязал крошить астероиды, но калачу ракеты на стероидах. 250 тысяч солов, скарифанился с автопилотом. Я бы в жизни бы такой машине отказался бы, на самом деле. В жизни прям вообще было бы заебись. Такую Kia взять, да? Как в фракцию вступить? Ну, пишешь лидеру там, я хочу вступить во фракцию. Ну, зря куда ебать. Если в нелегалку, то там легко вступить. Просто приезжаешь, тебе кидают инвайт и все. А если в ВОС-организацию, там нужно проходить собеседование, там, чтобы у тебя не было судимости, чтобы у тебя не было там всякой херни. В России началась война, волна мобилизации. Ну, блядь, это нормально, чё. Нормально. Ничего не началось. Понял, Кирюха сказал, что ничего не началось. Значит, ты обманываешь. Ты обманщик. Вот вся музыка играет, я, честно, плохо слышу тебя. Ну ты на гелике ездишь, ебать, какими тебе деньгами помочь? На гелике ездишь, говорит, можешь деньгами помочь? Ты же на гелике ездишь, братуха, ты что, гонишь? А куда приехать, чтобы инвайтнули? Ну, на базу организации. Куда ехать, я понять не могу. Да я бабки куплю, брат, ну куда? У тебя 46 лямов. Почти 47. Кто не знал, куда ехать его? Ну, Кирилл, ну у тебя вот 46 лямов, и вот ламба отличная. Ну я понимаю, но я коплю 100 миллионов. Подари тогда машину. Да ебись. Да гелик, брат, работай, и все будет хорошо. 269. Я подпишу.
Здорово, здорово. Так, пацаны, у нас тут, ебать, дело на миллион долларов, понимаете? Нам надо быстренько. Доброе утро, Кирюха, здорово. Так, надо на заправочку залететь быстренько. Да будет заебись. Обычненько на заправочку ляп-ляп. РМ это нелегал, да? РМ это русская мафия. КМ это кавказская мафия. Также есть ОПГ. Ну, точнее, байкеры есть и скинхеды. Так что такие вот делишки. Спасибо за 57 лайков. Нормально, ну, уработал вообще. Я хотел помочь, просто я ж не могу ничего сделать. Куда он побежал? Прятаться? Ямайка. Конечно, Ямайка, брат. Ямайка. Стоит провести позитивным настроем. Ямайка. Я такие песни слушаю, кому-то я траву курю, пацаны, если что, не курю. Если бы я курил, ебать, то вообще было пиздец. Я футболка. Сочувствую. Так, поехали за бомбой быстренько. Опа. Опа-па. Ух, ебать, урод. Я сегодня две гонки проебал. Из-за коптов. Из-за коптов. Навигаторы нелегальные структуры. А Кирилл траву курит, спалился. Не, я не курю. Если бы я курил, я бы сказал. Мне похуй было бы, я бы не скрывал бы. Блин, так слушает пизда вообще, после водки. Надо было хотя бы чай. А, у меня минералка где-то валяется. Он мусора, ебать. Иу-иу. Так, поехали. Ой, блядь. Киря не курит, а нюхает. Да, нюхаю носки свои грязные, ебать. После недели, ебать, рабочий. Да именно после водки тебя слушают, рассказывай. Да ебать, вы все гоните. Давай на МП. Да какой МП? 50 тысяч, это разве деньги, ебать? Это разве деньги вообще, вы что гоните? 50 тысяч, ебать. Ух, ебать. А что, у меня ремки так быстро закончились? Ого. Ого, ого, ого. Ого, ого, ого. Сурово. Сейчас я типу номера дам. Рим как раз куплю. А где база РМ, можешь помочь? GPS, нелегальные структуры. И все. Много больниц для наликов. Не стесняйся этого. Я. Бэта лох. Почему? Терри Делитор, ебать, хоть бы не позорился. У меня тут энергетика, ебать, что гоните, ебать. Я без энергетиков, ебать, как без трусов, нахуй. Больше травки отправишь? Ну, разве что ты мне отправишь. Я, честно, даже не знаю, где ее покупать. У кого? Кто-то за этой хуйней ездил, ебать? Ой, бля. Не, ну BMW, ладно, хотя бы. Штрафы, блядь.
холодная, сука. Реально холодная, пиздец. У нас так похолодало, ребята, это пизда. Реально, кому-то зима на улице. Я вообще, блядь, охуевший просто. Я еще мерзяк страшный, блядь. Кузрохас была. Я тех, кто к тебе в СТО ехал, убивал, вот и финки нету. А расскажешь, ебать, ты, ебать. 0.3 нахуй, сервак. У нас в Рашке 4 градуса. У нас днем было плюс 4, сейчас, наверное, плюс 1. У вас там не везде 4 градуса, у вас там по-разному. Так, съебался нахуй сюда, блядь, чмонёшь. Антирадар, ебать. Я всегда чувствую, когда он работает, ебать. На, нахуй. Типа улетел вообще. У меня снег, Белгород. У нас, кстати, тоже снег был, кстати. Не только, блядь, у вас был снег, у нас тоже снег был. Вот еще куришь? Иногда курю, да. Кстати, спасибо, что напомнил, да. Он мне так и на столе стоит просто, и все. Я его даже не курю. Просто мне лень сигареты курить. А, хотя сигареты вот есть. Все, сигареты есть. Продай X5M. 90 миллионов забираем. А, продал X5M? Не, не продал. Что у нас за машина ты X5M, нахуй? А я уже вижу. Не, не продаю. Да, я. Нахуй, блядь, я себе это курю, пацаны, беды не знаю, блядь, и все. Я на сигареты курю, ебать, мне вообще похуй. На ваши поды, вот эти хуёды, ебать. Ну, есть он у меня, ебать, мне и похуй. Спасибо, что дополнил. Там же просто, я просто им не пользуюсь, как бы, ну. Взял бы драхни... Нано 2. Пробел 0. Блять, мне. Я же говорю, блядь, если я это купил, ебать, все, мне похуй. Мне пачки сред хватает почти на неделю. А вот эту дрочь курить, ебать, ну. Ну, есть у меня эта дрочь, ебать, ну, блядь, иногда курю. Просто жижа осталась, поэтому курю. Закончилась жижа, я бы забил бы хуй просто и все. А так как бы жижа есть, поэтому можно и покурить. Ух, ебать. На BMW, ебать, гонщики. Белый 103 час приходит свинга. Ну, смотри, допустим... допустим, ты потратишь 103 миллиона, мне придет только 1 миллион. То есть вот так вот это работает.
за трек. Йофу. На, держи. Ах ты, ёбаный сука, бобаный нах. Потерялся, я почти не хотел свой. Да нормально. Мальбара, Мальбара навсегда. Я с города Камьянска, Днепропетровская область. Бля, он же обратно потек, пидор ебаный. Сука, я его рот ебал. Я сейчас его мусорник нахуй выкину, этого пидораса ебаного. Хандон этого ебучего нахуй. Ты, сука, на кого нахуй капаешь ты, да пидор ебаный? Сука, еще на клавиатуру накапала, пидораска, блядь. Дырявая, сука. И этот пот реально нахуй, я его спалю, блядь. Я его спалю нахуй вообще. Парик поменять. Там, бля, я ебал, деньги тратить нахуй. Пидор ебаный. Так а хули он, сука, пидор нахуй, потек ебать. Гандон. У тебя ломка есть? Сколько наркозависимость? Ломка у меня нету, потому что у меня блокировка. Наркозависимость 7500. Хватит пизда, потому что... Да я понял, ну, блядь. Не хочу я, как бы, тратить деньги просто. Просто испаритель стоит 100 гривен, доставка стоит 130 гривен, ебать. Ну, типа, смысл? Это сразу заказать, разве что 5 испарителей, но, как бы, мне сейчас не до этого. Я сейчас максимально деньги откладываю. Я вообще экономлю на всем, что можно просто. Я сейчас максимально деньги откладываю, хочу купить мотоцикл. Поэтому я сейчас копеечка копеечки, ебать. Ничего лишнего вообще не покупаю. Здорово, Киря, здорово. Ничего лишнего вообще не покупаю. Девять кубиков. Ну, бля, 36 тысяч, конечно, дороговато, сука. Там, кстати, мод, ебать, продавали за 29 тысяч, сейчас уже за 25 продают, сука. Вот найти бы где-то 15-ку, ебать. 50-ка у меня будет на выходных. Мне бы найти где-то еще 15 тысяч гривен, и все, ебать, я мотик бы забрал. Там мотик реально такой прикольный. А, кстати, я вам покажу его, я вам вчера его не показывал, короче, там мотик я нашел пиздатый. Ну, такой интересный, типа. 25 тысяч гривен, короче. 200 кубов, по-моему. Типа, 200 кубов, это, ну, еще более-менее нормально. Ну, такой, знаете, он... Типа кросс, но не кросс, типа. Сейчас доедем, я вам покажу. Так, здрасте, ебать. Заебись. Все, спасибо. Дуже-дуже дякую. Умеешь копить хорош. Ты за жизнь говоришь или за игру? Блять, до сих пор, сука, руки липкие от этой хуйни, блять. Лафетки, ебать, такая хуйная тема, пацаны, отвечаю. Как я раньше без них жил, нахуй. И вот это переехал от родителей, ебать, салфетки, нахуй, это самый лучший мой, блять, вообще материал, нахуй, в квартире. Я без них вообще не могу. Я вот так вот сразу за, ну, раз в неделю покупаю пачку. У меня, короче, вон пачка еще на холодильнике, пачка лежит полная.
Покажи мод, сейчас покажу. Сейчас на стул зайду. Я там брату скидывал просто. Так, Инстаграм. Я просто брат мотоциклами занимается, он трошки, ну, больше шарит, чем я. Там выложил уже. Я понял. Я не смотрел. Так, вот он, да, по-моему. Смотрите. Такая вот тема есть, пацаны. Ну, типа... Типа кросс, но не кросс, короче. Ну, такое, поняли? Ну, нормально. 200 кубов, короче. Такой симпатичный, ба, да? Неплохой такой. Симпатичный. Такой можно было бы взять, на самом деле. И стоит он 25 тысяч, а изначально его продавали за 29 тысяч. Надо брать. Надо брать, не, блядь, не мама, нет, нахуй, ебаный рот. Татьяна какая-то продает. Когда вообще его выложили, ебать? 11 числа, да? То есть 20 дней назад, грубо говоря. Но его продавали сначала за 29 тысяч. Сейчас его за 25 продают. И ну такой, бля, ну пойдет, ебать. Я считаю, для меня пойдет как бы очень даже неплохо. Та сидушка здесь, конечно, узковатая, но на нем можно и будет и по лесу погонять там и так далее. Типа, ну, не только по трассе. Сейчас я там еще один, сейчас еще один покажу. Так, Петровская область. Как там, Апостола, а вот, Апостолова. Так, ищи. У Апостолова еще видел. А, блядь, иди нахуй. Мотоцикл. Так, у Апостола мотик продают. Вот этот мотик продают, смотрите. Я считаю, тоже неплохой вариант. Блядь, чё он не листается, алё. Короче, ебать, чекайте, как у него банка, ебать. Сейчас я скачаю фотку, посмотрим. Мне прям банка вообще понравилась, ебать. Ну, внешне прям очень симпатично. Так, сохранить. А, блядь, как тебе открыть нахуй? Старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низким. Ебанутая, блядь. Что тебе всегда открыть нахуй? Ты, блядь, картинку не можешь открыть нахуй? Алло, ебать, гараж нахуй. Ты, сука, можешь мне просто картинку открыть нахуй? Долбоебка тупая. Ебать, иди нахуй, ебать. Короче, сколько тут кубов, ебать? 200, по-моему, или 250? 200 кубов, короче. Но он такой внешне симпатичный, согласитесь, типа, ну. Вайпер, по-моему, да? Вроде бы вайпер. Типа, внешне такой симпатичный. Я такой бы взял, на самом деле. Очень хорошая валют. Так, посмотрим, что я там скинул. Я просто, сука, херово, что сейчас бабок нету, потому что я понимаю то, что к сезону он будет намного дороже стоить. Не, ну ты, конечно, мне скинул, ебать, он стоит, я ебу нахуй. Я понимаю то, что он валит, ебать, но он стоит, я ебу нахуй. Я ж не ебу дочь миллионера, извините меня, ебать. Не, ну понял, видно, что он валит так нормально, ебать. Он тоже такой прикольный, кстати. Симпатичный. Ну извиня, он стоит, ебать. Как бы, ну. У меня бюджет будет где-то 30 тысяч гривен. Он как бы 40 бат стоит, понимаешь? Вот еще за 48 есть. Да вы заебали, можете фотки грузить, нахуй.
Ну тоже такой, да, ебать, нормально. И планируешь брать грабов в 11, да, планирую. Так, ща. Ходите. Да, блять, иди нахуй. Купить мотоцикл. Так, сейчас я вам покажу, где еще видел. Так, Днепропетровская область. Где тут Днепр? Днепр, Днепропетровская. Днепро. Где твой фильтр, нахуй? И короче, я вчера еще один нашел. Он, конечно, подороже. Кстати, тут я не видел, ебать. Чекайте, да, ебать? А? Неплохой, да, такой, кстати? Геон. А, блядь, ты можешь фотки нахуй полистать? Этот реально тоже неплохой такой. Пробег 15 тысяч километров, нормально. Да, кстати, я не видел вчера. Но видите, он 35 тысяч стоит, у меня бюджет будет чуть-чуть поменьше, ебать. У меня 30 будет бюджет. Какой-то тоже мотоцикл. Кстати, тоже такой симпатичный. Более-менее вроде. Я хотел такой синий. Детячий покупай. Да, детячий. Людей вчера находил. Походу его продали, кстати, который находил. Так, куда ебать? Да не то выбрал, брат. У все тоже есть такая техника. А блядь, что у нас пирата фотки не открывает? Ну такой, конечно, не особо прям. Ну, в принципе, думаю, пойдет. Кстати, именно тот, что я вчера смотрел, походу его продали реально. А может и нет. Этот реально на спортбайк хотя бы похож. 250-ка, да? 1000 баксов. Тут хотя бы реально на спортбайк похож. Чуть-чуть. Такой симпатичный, кстати, да. Карпаты чекни. Нахуй Карпаты, ебать, я заебал. Карпаты я хотел, когда мне было, блядь, 15 лет, нахуй, или 14. Ну, что-то 35 тысяч есть. Такой, кстати, неплохой. Неплохой такой, кстати. Ладно, покайфовали, пацаны, хватит. Трошки прибалдели, хватит. Покажи Карпас Мотика. Карпас Мотика. Ты, конечно, придумал. Это обратно ехать устраиваться дальнобойщиком, ну пиздец. Иди спать. Нет, еще рано. Я сегодня еле в 6 утра заснул вообще. Мне вот эта мысль в голову заела с мотоциклом, я вообще заснуть не мог. Я такой сидел, объявления смотрел, короче. Видосы про мотоциклы смотрел, которые можно купить. Короче, я вообще еле в 6 утра лег спать, реально. Еле-еле заснул. Мне прям, знаете, ну... Ну, прям очень хочу, на самом деле, потому что я люблю мотоциклы, и у меня... Я один год вообще на мотоцикле не ездил вообще. Я прям очень сильно соскучился, и... Ну, я мог бы поехать в деревню, там, попросить там у кого-то покататься. У моего брата этих мотоциклов там пиздец очень много. На советских.
Но все-таки свое есть свое, понимаете? И надо купить. В любом случае, либо в конце мая, либо в начале июня надо по-любому уже будет покупать свой мотоцикл. У нас Минчак за 10 продают, вроде очень хороший. За 10 тысяч рублей или за 10 тысяч гривен? Коляска катался? Да, катался. Это был мой первый мотоцикл, на котором я ездил. Иж Планета 5 с коляской. Это был мой самый первый мотоцикл, на котором я ездил. Гривен. 10 тысяч гривен. Ну, бля, честно, пацаны, я не хочу советский мотоцикл брать. То есть, ну, у меня, скорее всего, на выходных будет около 10 тысяч гривен уже. Это 20 тысяч рублей. И я считаю, то, что лучше, наверное, все-таки подождать, поднакопить и взять что-то, ну, что-то импортное, короче. Как бы там Иш, Яву там брать, я не знаю, Планету, ну, точнее, Юпитер там и так далее. Ну, как бы можно было бы, ну, желательно, конечно, взять что-то импортное, чтоб ты вот так вот приехал, и в любой момент она завелась, и все, нахуй. Так, база дальняя, да? Пососи хуй называется. Да, я хочу такой мотик, чтобы я вот приезжал и просто катался, чтобы я не прикладывал к нему никаких усилий, понимаете? Чтобы не нужно мне было его не ремонтировать. Чтобы я вот так вот приехал, на нем выходные покатался, поставил, все. Потом на следующие выходные приехал. Вот так вот зажал стартер, ебать, он завелся и пиздец, ебать. Понимаете? То есть мне нужен мотик надежный, чтобы он как бы не ломался. Так, карьер, где у нас карьер? Так, добрый день. Советские мотоциклы неплохие, как бы, но я не хочу как бы, ну, потом ебаться с ним, короче, не хочу там. Ну, советский мотоцикл есть советский мотоцикл, как бы ему. Техника как бы не новая, понимаете? Там в любом случае могут быть какие-то проблемы. Советский мотоцикл я куплю в крайнем случае, если не смогу накопить деньги, понимаете? Ну, в любом случае, хороший советский мотоцикл стоит 15 тысяч гривен. То есть, ну, это минимум, понимаете? Пятнашка. Плюс совета его цена. Ну, да, советы они дешевле, чем импортные, это само собой. То есть, нормальный импортный мотоцикл стоит там 25-30 тысяч гривен. А советский мотоцикл нормальный можно купить там за 10, за 15 тысяч гривен. То есть, в принципе, не так уж и много. Поэтому вот такие вот дела. Но советский мотоцикл я куплю в крайнем случае, если у меня не будет денег, как было. Если у меня будет 15 тысяч гривен, конечно, ну, блядь, придется покупать что-то советское. Но так желательно накопить там 25-30 тысяч гривен и взять уже более-менее что-то нормальное. Там 200-250 кубов. Жесткая лотерея. Ну, я бы не сказал. Ну, есть китайцы как бы и новые там. 2018 года, 2020. Это перестрелочка, ебать. Не будем как бы вникать, не будем вмешиваться. Пусть как бы ребята развлекаются. Ну новые, блядь, вы видели, сколько новые альфы стоят, блядь? Или дельта? Это ж пизда вообще, я не знаю, блядь. Откуда такие ценники, блядь? Новая Альфа или Дельта стоит от 20 тысяч гривен, ебать. Это ж пиздец, ебать. Ну куда, ебать? Чё так дорого? Я понимаю то, что новая техника, но 20-30 тысяч отдавать, ну это пиздец. Это прям очень много. Застал рассвет с головной болью,
Было хорошо забыть про вчера. Было бы хорошо забыть еще про сегодня. Мне знакомый давно владел планетой, больше года служил, но в итоге я стукнул мотор. Блять, у меня брата Иш Планета 4. Ей уже где-то лет 5, наверное. До сих пор ездит, ебать. Нихуя он с ней не делал вообще. До сих пор ездит, ебать. До сих пор ездит. Да, там коробка немножко выебывается. Ну, сама суть то, что она ездит, понимаете? То есть. Типа, блядь. Дали менты на мотоцикле. Да. Я сколько? 4000 рублей дал им. Ну, 2000 рин, короче, заплатил. Потому что ехал без прав, без номеров, без документов, бухой и без шлема еще. И я дал 4000 рублей. Ну, 2000 рин я заплатил. Ну, я как бы не сам был, я, получается, из-за себя заплатил, из-за кента, ебать. По факту. Потому что, ну, блядь, я за рулем был, хули я сделаю, блядь. Че, права-то не получишь? Что я буду покупать потом? Зимой, скорее всего, права буду покупать. Бенз. Да, сейчас заправимся. И отпустили? Ну да, отпустили. Но это было перед всей ситуацией, которая сейчас происходит в мире. Да, меня отпустили. Я 2000 дал, меня отпустили и все. Да, ну такая фамилия была, сука, я забыл ее нахуй. Сука, фамилию забыл, блядь, мусор, который меня остановил, сука, забыл фамилию нахуй. Какое-то животное, короче. Не помню, какое-то животное у него фамилия. Сука, не помню нахуй. Они потом, кстати, в деревню приезжали к нам, ебать. Только не помню фамилию, ебать. Пастик, привет. Можно купить БУ раму Альфу и поставить новый мотор за 6000. Ну, в принципе, можно. Но я не хочу себе Альфу, понимаете? Я хочу себе что-то такое, более-менее, ну, нормальное. Хотя за 25 тысяч рин, как бы, это не особо реально, конечно, сделать. Но есть там пару вариантиков, которые можно, как бы, рассмотреть. Так, ребята, съебитесь, пожалуйста, блядь. Сука, пиздец. Съебись. Нормально. Бензин закончился. И рулетку сделаешь? Ну, если рахиты сделаю. Символически. Что символически? Символически, ебать, я в бэху въебался. Это символически было, пиздец. Это прям вообще символически было жестко. Пока заправимся, надо, наверное, пойти коня припарковать. Так. Ой, пацаны! Пацаны, блядь. Пацаны, мне дадут вдох, ебать, на мотик. Пацаны, ебать.
Ебаный рот, сука. Въебать бы кого-то въебало, нахуй. Дайте мне въебало кто-то, пожалуйста. Дайте мне въебало кто-то, блядь. Пацаны, на этой неделе будет мотоцикл, ебать. На этой неделе будет мотоцикл, пацаны. Походу. Сука. Блядь, въебать бы кого-то, сука. Дайте кого-то въебу, нахуй. Ладно, извиняюсь, пацаны. Карпаты бери. Так и нахуй Карпаты, ебать. Ты что, ебанутый? Сука, блядь. Да нахуй, да сука, блядь. Пизда. Карпаты взял и в БМВ летишь. Спасибо. Так, надо пойти сейчас реально коня припарковать, потому что, блядь, уже, ебать, просится. Просится, ебать, очень сильно. Вот понимаете, кто сейчас не на стриме, ебать, те не понимают, что произойдет скоро времени. А кто как бы на стриме, тот понимает. Танюша, привет тебе, огромный привет. Брать займет. Ну, типа того, да. Сука, я такой довольный, блядь. Сука, въебал бы, кому-то въебало бы сейчас, нахуй. Сейчас я приду. Ебать, откуда он у меня в машине появился, нахуй? Ты шо, дебил, ты шо? БМВ влететь не забудь. Иди нахуй, блядь. Иди нахуй, блядь. Иди нахуй, блядь. Иди нахуй, блядь. Блядь, чё у меня телефон, нахуй, в кармане делает? Так, склад, поехали. Кибертрак Синтри 45 миллионов. Ну, 40-45 миллионов плюс-минус. На что купишь? Рубрику буду делать, будни перекупа. Хочу за 100 миллионов сделать 1 миллиард. Почему? Довольно, что я прослушал. Ну, там есть одна, ебать, новость, ебать. Ну, когда выйдет видос, ебать, узнаете, ребятки, узнаете, ебать. Ебать, бля, это завтра или в субботу лучше поехать, я не знаю. Мне его таким дали, я ничего не делал, так что не надо тут наговаривать, понял? Откуда деньги-то на мод? Насосал. Вообще не видно, да, видно. Брать будешь? Да я не знаю. Там пару вариантов есть. Блять, просто тут что я хотел купить, кстати, его нету в продаже, сука. Сейчас припаркуюсь, подождите. Тут, который я хотел купить, его в продаже нету. Ну, хотя он дороже, чем не надо, ебать. Ну, сука, он пиздатый. Но он просто, я по росту посмотрел, он мне по росту не подойдет. Он по росту, у него посадка 90 сантиметров, которую я хотел купить. Но, блядь, учитывая мой рост 1,70 м, ебать, я буду хуй сосать на нем. Так, погодите, где там?
Короче, вот такой вот вариант есть. Сейчас я подкрываю все бьявы. Так, а чё? Уявлен, он продал его? Он его продал? Ты чё, ебать? Погодите. Этот пидормон его продал уже? А, не, не продал, походу. Продал. Блять, он продал, прикиньте. Ебать, пидормон дырявый, я его рот ебал, нахуй. Так, этот что, тоже? Еще баксов это сколько, пацаны? Не, мне не хватит, да, по-моему? Короче, в идеале я хотел бы этот взять, вообще. В идеале хотел бы этот взять. Ну, он, блядь, он мне по росту не подойдет, понимаете? Он сильно высокий. Короче, у него посадка 90 сантиметров, ебать. У него посадка 90 сантиметров. А я, сука, я ж низкий пидрон, нахуй. Для меня он сильно высокий просто будет. И здесь этот продали, нахуй, пидорасы. Гандоны ебаные. Ой, извиняюсь. Так, это что у нас? Это вообще, ебать, знаете, ну чисто такая залупа, ебать, коня, нахуй. 150 кубов, ебать, идите нахуй, ебать. Вот это, короче, я, скорее всего, буду брать, наверное. 25 тысяч гривен, в принципе, ну. Такому Днепро, да? В Днепре. Может, кстати, еще сторгуюсь, не знаю. Может, еще сторгуюсь. Ну, просто пробег 4000 километров, это, пацаны, хуйня, ебать, для мотоцикла. Типа для мотика 4000 пробы это хуйня, ебать. Ну, он считай, что новый. Скорее всего, завтра буду за это спрашивать. Наверное. Дуло Карпович. Залупович, ебать, Абдулонов. Так, погодите секунду. Гляну, что там еще. Сука, этот продали, пидорасы. Этот уже продали. Бля, пока получается только один вариант есть. Это в Днепр завтра поехать посмотреть. Ил, ну вон, сейчас поедем. Короче, скорее всего, буду, наверное, этот брать. Ну, блять, я так посмотрел, хуй знает, не знаю. Честно, ну... Ну, такой, типа, на полшишки, ебать. Ну, такой, ебать. Ночной стрим. Ну... Ну, это, получается, ночной, да. Это ж, пацаны, бузлоги, ебать, понимаете? За 25 норм. Ну, он за 29 изначально продавался. Просто, блядь, если этот заберут, ебать, я вообще хуй знаю, что брать, понимаете? Если как бы этот заберут, то есть надо завтра, я думаю, уже звонить, как бы спрашивать. Может забронировать его, как-то предоплату чуть кинуть, посмотреть, типа, его. Скороходы возьмешь, когда продадут. Брат, а нитро на кибере траке ценится? Конечно, ценится. Очень хорошо ценится. Короче, на грабы съездим, потом еще мотики посмотрим, может что-то еще там продается. Ох, ебать его рот. Димон!
Бегает, ебать. Садись нахуй, ты, ебать. Бегу нахуй. Садись, ебаный рот, нахуй. У меня маска есть. Все, поехали на гоны. Гонки будут. Догонялки типа. Ну, сотку сделайте, будут. Кинул меня, ебать. Не кинул, ебать. Я поехал за машиной, друга. Кстати, времени не так уж и много, брат. Ух, ебать. Сейчас точно опоздаем, нахуй. Ау, Кирилл, чё? Чё, Танюся? Так, надо быстрее гнать. Если мы опоздаем в этом инвадима, ты мне скажи, донат пришёл или нет? Какой донат? Вроде ничего не было. Не, ничего не было. Не, может, я когда пассать отходил, может, я проебался. Да вроде ничего не было, ну я ничего не слышал, вроде ничего не было. Так, у нас там времени вообще хуйня осталось, ребята. Дима, мы сейчас опоздаем, нахуй. А, был донат? Я сейчас посмотрю, Танюся, подожди, пожалуйста. Я посмотрю. Блять, я не успею тебе маску, да, честно, не успею. У нас осталась хуйня времени вообще. Прям вообще хуйня осталась. Опа, нахуй. Шо вы, ебать? Мои маленькие писечки. Мои маленькие писечки, шо вы тут, а? Вот так вот, к папочке нахуй. К папульке нахуй. Вот так вот, ебать. К папульке нахуй, к папочке, ебать. Ух, ебать, стена высокая, ебать. Я думал, тут поменьше, нахуй. Я, Таня, донатовый посмотрю. Извиняюсь, просто я не слышал, я, наверное, отходил просто, я бы слышал бы. Так, финансы, виджеты. И как там посмотреть, я забыл. Так, Танюсик. Вай, приветики, пистолетики, как делишки на мороженку. Спасибо за 100 рублей, Танюся. Это сегодня было или нет? Да, сегодня было. А, два доната было. Спасибо большое тебе, Танюся. Спасибо большое, Танюсик. Так, давайте пока мотики посмотрим. Купить мотоцикл. Так, Украина, Днепропетровская область, выбираем. Да иди нахуй, блядь. Так, давайте посмотрим от 15 до 30 тысяч гривен. Минск, ебать, нихуя себе, он что, новый, ебать, что, завода, блядь? Кстати, прям такой, знаете... Покрашенный. Все душечка, бля. Я, ну, блядь, советский мотоцикл брать, пацаны, да. 125-ка нахуй не нужна, 200 кубов. Ну, блядь, передок разъебанный просто. Порты, да? Он некрасивый. Он вообще некрасивый, я не знаю, ну, такой, типа. Наклейки, блядь. Не-не-не-не-не. Так, 24 тысячи, что это у нас? Сколько кубов? 250, о. О, одна фотка, ебать. Не, ну ты, конечно, молодец, ебать, я все понимаю. Короче, понял.
Такой еще варик, кстати, есть. Тоже 200 кубов, кстати. Как вам такой вариант, а? На Запорожце дрифтил, как колесо. Бум, было смешно, но у меня денег нема, жду типуху. Значит, пришло. Ну все, я спокойно. Спасибо большое, Таня. Ну это такой, знаете, блядь, ну... Хотя, подожди, сколько у него пробег? Так, объем 206 тысяч километров, кстати, пробег. Ну, не так уж и много. Мотоцикл на полную ходу. Мягкий, надійний, невеликі нюанси по пластику. Мотор працює чудово, не димить. Деталі в директ. Торг. Що можна торгуватися, бать. І ну, в принципі, ну, як варіант, нормально, я думаю. Ну, як варик, типа. Та взагалі, где їбать, просто я понять не можу. А, это рядом, кстати. Кстати, рядом, подожди. А, чё, блядь? А, шо, ебать? Так это в Каменском? Чё, реально? Понял. Так, сейчас, пойдите, я брату скину. Ну, чтоб заранее варианты подобрать просто. Так. Ну, как варик, в принципе, неплохой, кстати. Ну, по-моему, про него видос не смотрел. Киря, представь, тебя девушка смотрит твои стримы, охуеть. А я сам в ахуе. Можете купаться со спокойной душой. Давай, хорошо. Иди купайся. Ну такой, кстати, ну вроде такой, знаете, по пластику я бы не сказал, что он прям хуёвый. Так, это хуйня ебаная. Так, Мустанг, иди нахуй сразу. Он на ходу, да, он? Извиняюсь. 28 тысяч. Ну, у него крыла, видите, нету какого-то такой, типа. Не знаю, какой, блядь, уёбок такой, знаешь, не особо красивый. Геон 150, не хочу 150, вот так. Такой ещё, да, есть? Продам мотоцикл Spark, 200 кубов, 20 на ходу, возможно, торг все на ходу, знаешь. На ходу, блядь, охуёво, да? Хорошее настроение. Вот это хороший, кстати, вариант. Мне это прям очень понравилось. У них у всех эта труба, ебать, сука, ржавая пизда, у всех, нахуй. Я тоже скину, брату. Как будет. Такие штучки. Это, блядь, та же самая альфа, да? Сколько кубов, ебать? 25 кубов, ну? Да, типа, та же самая альфа, типа. Блядь, ну это не то, ебать. Это не то. Там смотреть нечего. Я твои фотки... Не, я не жду фотки с души. Не, я не такой, ебать. Руки забили, я чувствую брому, повисли на рэп, спустили курок, с чистыми мыслями дует на юг. Кстати, еще есть такой вайпер, ебать, но он именно... Типа, знаете, он как новый, ебать. Он 2007 года, но он как новый, ебать, видите? Он такой, не особо симпатичный, такой, ебать. Как я, ебать, понял? Не особо такой симпатичный. Вайпер. Бля, ну 150-ку не хотел бы брать. Но он такой, кстати, неплохой по виду. По виду он такой неплохой, кстати.
Бать, фоткает. Ну, с видом такой неплохой, но... Хуй знает. Я 150-ку просто не хочу. Ну, видели меня, ебать. 150-ку. Девочка пой магнит, я кило напомню, бокалы на старт, дабы разгорелась и да понеслась. Я кину контуры паразит, дабы завестись и да поразить. Ты во мне будила страсть и будила жизнь. Пробуй. Мне пропасть за руку держи. Побей 17 метров. Ну видите, ну если прям в идеале, можно новый такой вот купить мотоцикл, типа. Ну, 25 кубов, блядь. Да, либо. А, кстати, я знаю, где это возле ворда канала, короче, там. Пробег 17 километров, если. Пробег 17 километров. Ну, в идеале можно было бы такое сделать. Ну, типа, потому что он новый. Типа, блядь, пробег 17 километров. 2 литра хавать на 100 на сотку. Там идеальный. Перша регистрація. Документи ми все добре. Перформ. Здесь кумар. Пацаны, вот эти 200-ки, что я показывал, вот эти 200-ки, они тоже идут 120 максимум. Типа, ну, они тоже идут максимум 120. Я тоже на всякий случай скину, ебать. То есть эти 200-ки, они тоже едут там 120 максимум. Факту прямо, разницы огромной нету. Меня потом его переделали, стал более прикольный. Ты за шо оттанял? Так, еще есть парк, да, такой? В принципе, кстати. Вариант. Какого хуй? На питбайк сколько кубов? 25 кубов. Я не буду ебать, как, сука, медведь нахуй на велосипеде, бля, его. Кирилл, можешь С4 продать? Я меч поймал. Да, могу сейчас. Подожди секунду, мы сейчас это смотрим быстро. Сейчас, секунду. Написал. Мотобазар Украина. Нихуя ты мне скинул, ебать, ты шо, блядь. Ебать, скинул нахуй. Сколько баксов, ебать, а ну? На в истории. Кавасаки, ебать. Нихуя ты мне скинул, ебать, ты шо, ебанутый. Сделай, какие тут мотоциклы продаются, ебать. Шо, егонишь, ебать. Продаются такие мотики, что я, блядь, буду сосать и сосать на него, ебать. Это же сколько стоит. Точно не вариант. Я поеду, брат. Да честно, в идеале я хочу как бы взять просто этот мотоцикл, все. В идеале просто взять и все. Просто даже купить и все, типа, ну, мне кажется, прям, ну, отлично вариант. Пробег, как бы, 4000 километров. Даже зарегистрированный, блядь, не поясни.
Ладно, потом остальное досмотрим. К рулетку ставлю корвет ВОЗ 15 ФТС 100 неон. Вы ставите иную сумму, много не прошу. Нихуя ты жесткий. Дай маску. А смазку не? А, блядь, машина нахуй этот. Да, ебать. На, бери. На хлебник. Дальняя катает, сука, масок, блядь, не может купить. Вот, блядь, еврей. Мерчика не знаю. Я знаю, что какой-то ютубер, но кто именно, не знаю. Прими в арабу. А поебал тебе не дать нахуй? Хорошо, хорошо, секунду. Как там посмотреть, ебаный рот? Это, конечно, у меня спросил, нахуй. Хейтеры и собаки лаяли, но мне плевать. Это выход из комнат, ком и open the door. Вышути конторы, трёп перебор. Масок, фальш и мандраж. Пережёвывай непоколебимый эпатаж. Братьев и сестер, на бисейтёрке. Соль, тёплая кровь, далеко самолет. Вон от пустот, это лютый понт и кал. Времени мало, меняли мало, намного виват. Это награда, это радость, или ноты меняли меня. Вы довольны? Дверь закрой, непогода, я на куражи. Знали уроду, что под сраку летужи. Двигайся, двигайся, двигайся. Где ты хуйню найти, ёбаный рот? Сжимает мою пиццу за ебок. Это трэп, фрутинг бок, на стиле самый сок. Пацаны ждут поляны, но ты опять не смог. Год за годом плотно, дым из окон чёрный. Типа забери опять, я Гарри с понтом. Зал ором, доктор потерял свой орган. Этот стиль я дарю, но ты понял тонко. Пошутив, залы покивают так по тик. Это ровные пацы поразили. Так. У меня сейчас конечно не будет, брат. Понимаешь, блядь, я обратно удебался. Ёбаный рот. Каждый хейтер это лайн, мой ублюдок не паник, не политика, а ни разу не помеха, вникай, а не больше. Так, Саш, кит, кит, ты маму мал, ебать? Мау нахуй, мау нахуй. Кивапнешь. А, хорошо, сейчас. Бля, 15 минут завершения. Не мог подождать, я ж не успею. У меня, по-моему, вообще улика, да? А не, у меня месяц просто. Так, сейчас попробую быстренько. Так, поехали за бомбой, сейчас быстренько съездим. Ох, ебать, урод, нахуй. А вы думали, что я разобьюсь? Они нихуя, ебать. Нихуя, нихуя подобного, ебать. Ебать, вы про меня думаете плохо, пиздец. Я в шоке. Я просто в шоке, блядь. Ебался нахуй. Я сразу на сдачу буду ехать. Быстрее будет. Ну да, на сдачу меня просто жди. И все. Ах.
с пола и полетел. Там мы тоже быстренько раз-два, ебать, и все нахуй. И мы в тюрьме. Купишь что-то кроме Карпат, ей. Давай деньги, куплю Карпаты, ебать, и куплю нормальный мотоцикл просто, и все. И то куплю. Блять, да я еду на рынок, ну ты видишь, ебать, как я еду нахуй. Есть ремка? Куда они делись? Я ж фремки покупал, ебаный рот. А. Зачем это надо? Зачем это надо? Сейчас на заправку сначала залетим, потом куплю две бомбы, поеду на рынок, продам одну, поедем с пизде машину, поеду к тебе. Так, съебались детки нахуй. Это надо было сначала на заправку ехать. Ча, погоди, блин, надо грабу сделать. Так, поехали бомбу. Не, заправку поехали, я потом куда еду, ебать. Я тебе еще кинул валик. Хорошо, сейчас, подожди. Давай мы сейчас сделаем угоны и потом займемся уже поиском мотоцикла. Хотя пока я заправляюсь, можно посмотреть. Я снайпишку скинул, ебать, в инстаграм по-любому. Долларов. Кстати, неплохой такой валик, реально. А в каком это городе, подожди? Пульчины? Пульчины, это где, ебать? В прошлом стане мотор в идеальном стане. Масса меня в кожных 5000. Нормально, заводы все это працюю, идеально. Документы и страховка Е. И каида. 130. Нормально. Ты такой симпатичный, ебать, прям, да? Согласны? Такой прям, ебать, симпотненький. Еще баксов это сколько? 1000 долларов в гривнах. Да ну видишь, это 36 тысяч, брат, у меня столько не будет. У меня вот столько не будет, понимаешь? У меня максимум будет 30-ка, ебать, но он 6 тысяч не скинет. Не, ну хотя не, подожди, сколько у меня будет, 20? Да, 30-ка где-то будет. Где-то будет 30-ка. Тоже ты симпатичный такой. Ну тоже видишь, 1100 баксов, ебать. Как бы, да. Все, полетели. Сейчас делаем дело, ебать, гуляем смело потом. 143-й. Киря бомба.
Я одну купил или две, ебать, что-то я запутался нахуй. Вроде две купил. Кому там бомбу продать? Бать, еще я тебе бесплатно, да, ебать? Даже в плюс не ухожу. Ебать ты, сука, мыша, ебаная. Ебаный рот, блядь. Давай быстрее, блин. Я точно бомбу взял, ебать? Вы не помните? Я уже забыл, нахуй. Уни. Да, бажник, хорошо, полетели. Так, съебались нахуй с дороги. Ремка есть? Так, где надо? Где он начнет трек, ебать? По-любому он начнет треки стоит, ебать. Даже гадалки нахуй не ходи, ебать. Ебал фраерок, ебать. Нахуй, ебать, машина мощная, понимаешь? Это вам не ваши, бля, BMW, нахуй, Мерседесы. Ебать, кобыл нахуй побольше будет. Не ваши нахуй малолитражечки, ебаные. У нас Логан или что, я не помню нахуй. Наверное, да. Ах ты, сука, кусок говна ебаного. Сука, я твою... Тянем руки к солнцу, к желтому незнакомцу. Там летают люди, никто вас не забудет. Маленькие яркие огни, я залип. Перед нами звезды, приколись, посмотри. Выпусти пар. Да багажники даже смотреть не буду, ебать, смысла нет. Ты мне как бы бабки дашь, чтобы я в минус не уходил. Блять, канистры нету, ебаный рот. Так, опа. Ну, по-любому везти, ебать, хуй знает куда вообще, я отвечаю. Ох, ебать, геликоптер нахуй, я хуею. С этими ограблениями, бля, все канистры проебал, нахуй. Так, бомбу ставим. Бля, багажники тоже. Та ты, сука, заебала, нахуй. Сука, ебаная газолупа. Покупай себе такой Логан под такси. Бля, на жизни, типа. Рулетку ставлю, корвет. Пиздец. Ла. Так, пустырь, ебать. Поехали. Куда-то ехать. Я, в принципе, так и думал, что нам придется в Уткаре наехать. Я так и думал, нахуй. Сука, залупа эта ебаная еще не въедет, нахуй. Давай, нахуй. Алло, залупа ты, сука. Пидораска, блядь, заезжай, алё. Пидораска, блядь. 3-5 тысяч долларов, ага. Нихуя себе, блядь. Я, сука, мотик не могу за 1000 баксов купить. Ты мне, блядь, машину прилагаешь за 4-5 тысяч долларов. Передний перевод, ебать, сука, залупа ёбаная.
Здорово, Егор. Я жду. Давай, я газую. Я газую. Как-то такие диски на Логан стали решить. Я чудачу от Карна. Хорошо. Ой, бля, извиняюсь. Ну да, хотя бы не буханка, блядь. Хотя бы не буханка. О, полиция, ебать, Майами нах. Ебать вы, сука, паркуйтесь, я хуею. Тэпнешься потом. ТПГ-ца не буду, я ламбу возьму, быстренько доеду. Я ламбу возьму, быстренько к тебе доеду. Буквально там минутки две, ебать, максимум. Ничего не надо. Ну... не умеешь. Что не умею? Здорово, Дениска. Тридцать тысяч гривен. Как бы немного, ебать, но тоже типа. То есть свой. Понял, маловато. Такой, что ты там продаешь, ебать, блять? Кавасаки нахуй ниндзя или что? Или, блядь, Бугатти Шрон нахуй. Давай бабочки нахуй. Они бабки, бля. Чтоб я хотя бы в минус не уходил. Новая жалоба на меня будет. Пиздец. Ты гонишь, не успел? Так, как ему трейд кинуть? Трейд. Трейд. Как там, блядь? Короче. На тебе, ебать. Накинул бабок трошки. Не так обидно было. Не вкачал скилл. Нихуя не получилось. Видели, машина взорвалась. Так, давайте смотреть дальше, что тут продается, ебать. Может купить Яву нахуй, не выебываться, правильно? Ну все, 29 тысяч, ебать. Старушка Ява нахуй. Да ты шо, ебать. Самый буду охуенный на районе, ебать. Вы шо, воните? Видали, какая, ебать, ракета нахуй? Ты шо? Фух, ебать. НС пульсар, ебать. Нихуя себе, сколько он стоит, ёбаный рот. 3000 баксов почти. И ну красивый, красивый. Красивый такой. Мама, там ревели горы, мама. Кстати, я такой могу купить, ебать. За 1000 баксов продает. Мне чуть дешевле, кстати. Индия. Не, ну такое. Такое, конечно. Давно не заходил на твой стрим, занят был. Здорово. У меня желтый. Нормально. Не, ну 3000 баксов, брат, ебать.
Я, конечно, зарабатываю, но не так дохуя, не так дохуя зарабатываю. Третий красавчик, здорово. Да ну это вообще ебать, альфа-альфа нахуй, пизда. Что это такое нахуй? Да, ну прям ничего такого прям жестко достойного я здесь не вижу. Прям жестко достойного ничего не вижу. 25-ка хуйня полная, ебать. Можно кубатуру поставить? Че не ебать, подожди. А тут можно кубатуру поставить? Тут, где тут нормальные эти, блядь? Короче, я понял, хуй еба, я найду ебать. То баксов це скільки доларів? Утка, блядь. Как на ферме дела? Я на ферму не хожу уже. Два толи комку тебя кормят. Ну, не всегда. Не всегда, не всегда. Да, толком ничего нету, кстати. Да, толком и нихуя нету. Короче, я, наверное, планирую этот брать, конечно. Давайте, кстати, посмотрим. Всем здорово! Вы часто спрашивали, какая же максималка у данного аппарата. И сегодня мы это узнаем. У меня максималка где-то 110, ебать. Еще мы замерим разгон 0.60-0.100. Желаю всем... Ебать, что он за губку нахуй доебашил, блядь, заходишь? Это губка, чтобы посуду быть нахуй. Всем приятного просмотра, готовьте печеньки, чаёк и погнали! Замерять максималку мы будем на родных звездах. Родной цепи, которая уже хорошо так растянулась, но я ее подтянул, поэтому нормально. На 92-м бензине будем ехать. Было бы хорошо еще клапана подрегулировать, но я этого еще не сделал, поэтому будем ехать так, как есть. Цепляем сейчас камеру на шлем и поехали замерять разгон и максималку. Вот не дают снимать. Ездят всякие лоурайдеры. Что за анаконда? Так, ну что, выезжаем? Кстати, подсвет такой же самый, который я буду покупать. Тут какой-то в наклейках, блядь. Я бы тебе наклейки нахуй бы, наверное, убрал, скорее всего. Да, конечно, разгоняется он не прям пиздец. 80! 90! 100!
120. Ну, 122. 120. Ну да, 120. Короче, 120, ебать. В принципе, неплохо, кстати. Ну, блядь, я... Понятное дело, что... Сколько? 200 кубов, по-моему, блядь. 200 кубов, ебать. Что вы хотите, нахуй? Ну, понятное дело, что он не будет ехать там 200, нахуй. Погоня, и пришлось сваливать. Если хотите увидеть полное видео и вообще как это было, пишите в комментариях, ставьте лайки, и следующее видео будет об этом. А сейчас... Так, ну что, погнали. Раз, два, три. На задний стал. Не, ну, я думаю, нормально пойдет. Я думаю, неплохо, неплохо. Больше на нем хуярит его. Значит, катались мы тут и решили заехать на этот остров среди воды. Вот, оператор, покажи. Вдвоем, вдвоем. Я, короче, этот хочу купить. Возможно, завтра поеду куплю. Он смог. Именно этот. Ну, не именно этот, но такой же самый. 166 мотор. Где-то 16 сил. Расход, сразу скажу, я замерял. При такой неспокойной езде 3,6 литра, как мне кажется, нормально, немного. Ну, 4 литра, короче, на сотку где-то. В принципе, это немного. Сиденье тут хорошее, широкое, мягкое. Ехать удобно, даже на дальники удобно ехать. Не скользит. Бомба. Ножки пассажира мне очень нравятся. Они просто, ну, не как у других мотоциклов. Какие-то дротики галимые. Вот здесь все... Насосал, насосал. Красиво, не выделяется особо. Есть защита мотора, она у нас стальная. Также защита... За сколько? Вот, 25 тысяч продаю с этим. Его сначала за 29 выставили. Сейчас за 25 продают. То есть, завтра, скорее всего, буду ехать смотреть. Это в другой город надо будет ехать. Пробег, кстати, небольшой, 4000 километров, ну, почти 5000, но это немного. Вот эти наклейки, скорее всего, я поубирал, это монстр, ебать, это всякая дрочь. Скорее всего, эти наклейки я буду убирать. Ну, прям, ну, как-то оно по колхозному смотрится, на самом деле. Поэтому, скорее всего, вот эти наклеечки я буду просто убирать. Ну, а так, в целом, я думаю, нормальный варик. Все по стандарту. Также выхлоп. Вот выхлоп мне не нравится. Он тяжелый. Еще он очень плохо звучит. Это мы потом вам покажем. Очень тихо. Почему не поставить обычный прямоток? Он же, по идее, дешевле, ну, типа, металла меньше. Шлем я. Задние однопоршневые. Ну, на такой кубатуре. У нас здесь. Два поршня сзади. Тормозят тоже очень хорошо. Натяжители здесь мне не особо нравятся. Они тут такие тонкие, хрупкие. Честно говоря, я раз затягивал гайки, и у меня натяжитель сломался. И здесь, и с другой стороны, но я его заварил, и все хорошо, в принципе. Ну, и меток нету, это мне тоже не нравится. Нужно как-то линейкой выставлять. Либо кто-то, если знает... Лучший способ, напишите в комментариях. Это же эти хуё, вот эти натяжители, блядь. Это такая дрочь, это натяжитель цепи, ебать. Это такая залупа, я помню, у меня на вайпере был. Ой, блядь, я того рот ебал. Это такая залупа вообще, пизда. Буду знать. Та
Также у нас и здесь ручки алюминиевые, толстые, не гнутся, в принципе, супер. И выглядит довольно-таки стильно. Ну, если, не знаю, если чисто эндурить, возможно, будут мешать, там, если падать, можно удариться, что-то типа того. Сзади у нас светодиоды светят вот так. Когда тормозить, более красным светит. Повороты у нас тоже такие. Три, где кабеля идут к поворотнику, оттуда вот залетает вода и грязь. Можно, в принципе, горячим клеем, либо спереди поворотники чистые, ничего сюда не попадает. Потому что, как видите, покрасил теперь. Клюв был зеленый, я его подкрасил в черный. Намного лучше выглядит. Включатели стандартный, вот глушилка, старт, сигнал, поворотники, ближний, дальний, выключить свет, вот габариты. Так же, как и у всех, защита цепи, она тут не ломается. У моего знакомого Viper, у него эта защита ломается. Также есть ловушка цепи, это очень хорошо. Есть слайдер цепи, вот. Он здесь. И есть цепь, которая сделана из пластилина. Тоже проблема всех китайцев. Сейчас мы покатались вдвоем ездить. Да, нужна, да, нужна. Такой неплохой. И вот, как видите, цепь. Просто мы так поняли. Ее надо подтянуть. Ну да. Решение купить хорошую цепь и себе кататься. Цепь, кстати, это у меня отъездила сезон. Но я так жестко не эндурил. Ну чё, народ, погнали, да? Ну я так ездить не буду, как бы. Мне прям такого не надо. Ладно, ребятки, я буду, короче, закругляться. Буду идти думать. Там туда-сюда. Всем спасибо, кто был на стриме. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до завтра.